70 тысяч рублей задолжали за год жильцы одной из квартир 116-го дома по улице Дыбенко. Просьбы управляющей компании погасить долг оставались без внимания. Пришлось прибегнуть к крайней мере – поставить заглушку на водоотведение. Сейчас процент оплат порядка там, в районе 90%. Вот. По остальным, соответственно, не сразу, естественно, устанавливается заглушка, проводится работа, часть людей сразу оплачивает, а таких, до кого доходят заглушки, их уже там значительно меньше. Ограничение водоотведения – достаточно технологичный процесс со стороны, он даже чем-то похож на медицинскую операцию. Длинный шланг опускается в трубу, своеобразную артерию дома. На конце этого шланга аппарат сразу с двумя камерами, чтобы можно было найти источник болезни. Интересно, насколько такое лечение будет эффективно для неплательщиков. Остальные жители дома от таких радикальных мер не страдают. Заглушка становится коммунальной препоной только для самого должника. В управляющей компании советуют до крайних мер не доводить. Ведь теперь, чтобы снять заглушку, нужно не только полностью погасить долг, но еще и оплатить ее демонтаж. Анастасия Зубрева, Максим Гусев. События.